Девчонки, всем привет-привет! Сегодняшнее видео у нас будет о заказе по каталогу номер 12. Начнем с самого такого большого. Это с геля для душа от Evanescence, Laguna. Большой объем, была хорошая цена, 720 мл. Классный, думаю, объем. Но я бы не брала такой объем, потому что мне быстро гели надоедают. Так что для меня 250 мл это самое идеальное. Хороший гель, приятно пахнет, хорошо пенится. Следующее будет это... Уже для чистки волос заказал мой молодой человек. Ему понравился такой шампунь. Это Avon Naturals. Бесконечная свежесть. Шампунь с ополаскивателем. Имбирь и манго. Классно, вкусно пахнет конфетами. Здесь 250 мл идет. Хороший шампунь. Хорошо очищает волосы. Честно, плохого ничего не могу сказать. Мне нравится этот шампунь. Это тоже такой спорный. Кому-то подходит, кому-то нет. Поэтому нам подходит, нам нравится. Пробуйте, может и вам подойдет. Следующее для волос тоже, что я взяла. Это я взяла вот такой сухой шампунь уже для себя, Advanced Techniques. Его пустили по хорошей цене для представителя. Следующее, что я взяла тоже себе, тоже хорошая цена. И пока в новой обновленной линейке нету. Хотела две штуки взять, я так подумала, господи, думаю. Закончится, куплю что-то другое, что-то нагребать. И я взяла вот такой вот скрабик от Foodworks. С морской солью, очень классный скраб, хорошо скрабирует. Немножко, конечно, мне запах не нравится, но по эффекту, по всему, классный скраб. И был по хорошей цене, 26 гривен, я рада, что я купила. Так что, вот так. Заказала мне клиентка, также своей маленькой дочурочке. Вот такие вот от Avon Naturals, оранжевое настроение и вишневая радость. Такие вот гелики. Для душика. Ой, это пахнет, знаете, вишневыми рошенками. Реально. Это как смоктушка пахнет тоже апельсинчиком. Классные ароматы. Также по хорошему предложению с последней страницы при покупке любого продукта с каталога можно приобрести было с линейки Nutra Effects любое средство, какое-то там за 39, а какое-то за 59. Ну, короче, я приобрела себе очищение, восстанавливающее молочко. Вот такое. Для нормальной сухой кожи. Себе на зиму буду пользоваться. И мне понравилась, кстати, пенка с этой линеечки. Очень классная пена. Не знаю, очень нежно очищает кожу. Хорошо работает. Не, мне, честно, никаких нареканий. И, кстати, я ее использовала даже попутно как... Мусс для интимной гигиены, она и там хорошо работала, короче, потому что в дорогу кучу баночек не было удобно тащить, и я вот решила, так как здесь не содержится мыло, использовать в двух направлениях, и честно скажу, даже в интимной зоне очень хорошо справлялась, не пересушила ничего, но мне очень понравилась пенка, вот я буду теперь пробовать такое молочко. Дальше, что заказала мне моя тоже одна из постоянных клиенток, это... Вот такой наборчик Persif D, вот такая туалетная водичка, не знаю, такой свеженький ароматик, но какая-то есть нотка в нем такая, которая, например, лично меня отталкивает. И заказала же там по хорошему бонусу, был такой же лосьон для тела, поэтому она взяла сразу и лосьончик такой. И аромат новинку тоже, которую я взяла, понравилась эта новиночка моей маме, и у него день рождения будет на днях, и приобрела я ей такую водичку. Аймери, да, называется. Вот так выглядит ваночка, такой флакончик. Очень так красиво, дорого выглядит. Хотя эта водичка не из более дорогих вод. Менее стойкая, но у нее нереально шикарный аромат. Мне самой нравится, но так как мама уже захотела себе, я не буду такой покупать. Это уже будет маме такая водичка. Может, когда-то раз пшикнуть, но запах мне очень нравится. Очень крутой, и я очень надеюсь, что маме я угожу. Заказали у меня вот такие вот карандашики от Color Trend. Обыкновенные, вот такой вот синий и черный. Я еще свой не пробовала, но знаю, что их очень хвалят и говорят, что очень хорошие карандаши. Надеюсь, клиентке тоже понравится. И из Color Trend я заказала себе с электронной распродажки вот такую подводку для глаз. Она была такого красивого зеленого цвета, такого ближе к туда. Но пришло мне такое бирюзовое, а то зеленое блестящее что-то. Ну, буду пробовать, а вдруг мне такая очень даже такие подойдет. Также заказала мне клиентка от Extra Lasting помадочку такую. Называется она винтажный розовый.
И эта стойка, я не знаю, тоже не пользовалась. Заказали также по хорошему предложению тушь по хорошей цене и подводку. То взяли у меня вот такую супершок черную, обычная нормальная тушь с хорошей большой кисточкой, одним взмахом все прокрашивают. Мне понравилось, честно говоря. Единственное, такое фото, что габаритная она. И взяли вот такую вот подводочку с таким вот носиком. Никогда не пробовала и не люблю такие, если честно, подводки. Так, следующее я уже распаковала. Пришли мне шармики последние уже. Вот такие. Черепашулечка, дельфинчик и колибри. Также маме я заказала на день рождения вот такую вот сумочку маленькую. Она совсем, видите, крохотная. Это чисто положить телефончик, денежки, что-то еще по мелочам бросить, чтобы там куда-то на 5 минут, как говорится, выбежать. Вроде нормально. Так, ну, есть, конечно, брак по пошиву. Ниток там где-то куча торчит. Еще чего-то там обрезать. Ника называется. Цвет такой более не сильно рыжий, нормальный, думаю. Ну, здесь маме понравится такая сумочка маленькая. И заказала еще одну вещь из такого барахла бабского для сумок. Это будет такой брелок для ключей. Вот такая киточка, которая вешается на сумочку, за вот это кольцо висит так красиво. И такой идет ремешок, который вкидывается в сумку, к чему мы пристебаем. Либо же кошелечек, чтобы его было легче найти, либо же ключики. Так что такая вот штукенция. Ничего особенного, я думала, она, конечно, будет сделана получше, но обыкновенная финдиклюшка. Всем привет-привет! Сегодняшнее видео у нас будет о заказе с компании Avon по 13 каталогу. Видите, у меня большая коробище, кстати. Товаров мало, но большой коробки главное. Давайте начнем с самого громоздкого. Заказала ли у меня и заказала я себе по хорошему предложению вот эти вот здоровые шампуни от Advanced Technique с новым уже дизайном. В каталоге они, кстати, были представлены в старом дизайне, но мне пришли в новом, что вдвойне приятно. И хорошая цена, и новый дизайн. Пришел вот такой вот с коллагеном для объема шампунь. Мне понравился, он чисто прозрачный, неплохо вымывает голову, хороший объем после него. Мне, честно, понравился шампунь этот. И заказали вот такой вот с маслами органы, вроде бы, да, вот даже написано вот здесь, с маслом органы капелька нарисована. Это, кстати, шампунь по 700 мл, как называю, семейный флакончик такой классный. Это тоже хороший, пахнет приятно, но он, знаете, перламутровый такой, то после него быстро жирнится, конечно, волос. Ну, тоже неплохой, в принципе, шампунь, если вы хотите волосы свои попитать, то неплохой. Дальше заказали у меня с линейки Avon Naturals для тела вот такой вот скраб. Конечно, он, видите, от пресса пришел такой пожмяканный, надо, не знаю, или может воздуха тут запустить, выровнять немножко. Пришел такой спелая клубника, мне понравился. Я, конечно, люблю мелкодисперсные скрабы для тела, но этот неплохо, особенно для зоны декольте. Приятно, вкусно пахнет, знаете, как размороженная клубника с сахаром. Толченая, прикольный такой скрабик. Эта клиентка у меня заказывает уже третий раз. Третий скраб, точнее, такой. Ну, я тоже им довольна, себе брала неплохой скрабик. Также у меня клиентка, это же взяла вот такой вот Full Speed, получается, гель мужской для душа. Приятный аромат, похожий на аромат туалетной воды. Гель как гель, я мужскими не пользуюсь, но, по-моему, в Эйвоне все гели неплохие, так что да. Также у меня клиентка заказала вот такой вот бодрящий зеленый чай и вербена, спрей для тела от Naturals. Здесь 100 мл, не знаю, как он пахнет, честно, даже не буду нюхать, открывать. Все-таки клиентская, хотя, если честно, интересно, как он пахнет. Неплохие эти спреи, я думаю, все наслышаны о них, многие берут, поэтому да, ну, я не великий их фанат, конечно. Также мне клиентка заказала палетку для бровей, самую темную, думаю, эти палетки вы тоже все знаете, очень такие нашумевшие от Avon палеточки, многие их покупают, ну, я не знаю, этот самый темный оттенок для меня светлый, поэтому я себе не брала, ничего не могу по этому поводу сказать. Так что такую еще заказала мне палеточку. Также мне клиентка заказала вот такой пробничек губной помады, матовой. Нежный рожевый называется ведь оттенок. Pure Pink на английском называется. Также я заказала уже вот такой вот набор Little Black Dress. Шел по хорошей цене за 89 гривен. Он для тела и вот такой вот
Я считаю, что 89 гривен это была очень хорошая цена на этот наборчик, и я взяла на подарок, подарю, может быть, кому-то, потому что, как обычно, куда-то надо идти на день рождения спонтанно, и не уже закончили все мои запасы такие, которые были подарочные, поэтому я потихонечку опять запасаю, вот взяла такой наборчик Little Black Dress, это классика, круто пахнет, и думаю, у многих есть этот аромат, многие от него тащатся, поэтому это, я думаю, хороший будет запас. А также я взяла новый вот такой Dynamic Fresh наборчик, новиночка прошлого вроде бы каталога, если не ошибаюсь, от Avon Sport. Круто пахнет вот этот лосьончик после бритья. Дезодорант, ну, дезодорант, я думаю, как и все дезодоранты по своим свойствам, ничего особенного. Водичка круто очень пахнет. Она идет на ливнушку, вы наливаете на ручки, вот такая вот бутылочка. Когда-то в Avon, по-моему, уже были такие давно водички раньше после бритья, потом как-то их не стало, и вот обратно, видать, они решили выпустить. Напоминает Sparkly Citrus немножко, но слажен. Это заказали папе, чтобы он после бритья пользовался. Также по акции я получила вот такой вот крем для рук. В новогодней упаковке тоже он пойдет на подарок. У меня крема много для рук в запасиках, вот. Поэтому этот кремчик пойдет на подарок кому-то на Новый год, соответственно, как видите по дизайну. Также я по выполнению акции получила вот этот Persif Dev. Его я пущу на продажу. В принципе, мне этот аромат нравится, но в нем есть какая-то нотка, которая меня отталкивает. Поэтому оставлять не буду, его лучше я продам. И на подарок оставлять не буду, потому что духи это такое уже, знаете, более индивидуально. Ладно, еще вот этот вот набор, он много кому нравится, и тут такой спрей, знаете, что он не такой едкий и стойкий, как туалетная вода. Его я продам точно, у меня есть люди, которые любят и заказывают постоянно, поэтому я продам по какой-то нормальной цене, чтобы он у меня только не стоял. А также я заказала вот такие вот палочки, такие апельсиновые для маникюра, но почему-то они мне пришли вот так распакованные, не знаю почему, вот так они выглядят. Делать для шлак снимать, где-то что-то поправлять. Они мне очень даже понадобятся. И была неплохая цена. Я, знаете, начала лазить по магазинах, искать эти палочки. Мне было проще их заказать в Avon. И действительно, цена была на них нормальная. Также я заказала наборчиком. Ну, это заказывала по отдельности, что-то с распродажи для представителя, что-то с каталога. А у меня у мамы молодого человека будет день рождения вот скоро, на следующей неделе, поэтому я заказала, чтобы это был наборчик. Вот такой это Incandescence. Это получается туалетную водичку лимиточку. Заказала 30 мл. Взяла вот такой лосьончик для тела. Тоже здесь идет у нас 150 мл. И заказала вот такой вот мылка. Я думаю, это будет хороший такой подарок. Тем более, она любитель этого аромата. Ей уже третий... Вот это уже будет, что... Даже, наверное, четвертый год подряд я ей подкидываю этот аромат. Ей нравится, она пользуется. Поэтому я решила ей такой... Честно, я просто не знаю, что ей подарить, знаете. Я уже столько всего дарила на... за многие годы, поэтому я не знаю просто, что подарить, но это такой проверенный подарок, поэтому я думаю, ей будет приятно и понравится. Потом, что я заказала, как вы видите, осталась тут барахлишечка, заказывала я на распродаже для представителя вот такой шарфик с киточками, называется он Джерика. Заказывала один, но я, видать, счастливец, мне положили два шарфа за ценой одного, короче. И вот такой он гладенький, совсем тоненький. Киточки с обычных ниточек сделанные. Ну, в целом, такой, знаете, весенний или начало осени. Хорошенький шарфик. Он идет квадратненький, блестященький, гладенький, так, с таким этническим каким-то узором. Мне понравился этот шарф, честно говоря, хорошенький. И второй, не знаю, либо мама заберет себе, сказала, либо же... подарим кому-то, посмотрим, еще там будет видно, как пойдет. И заказала я вот такую вот, как видите, тоже на распродаже для представителя сумочку. Камера, наверное, немножко съест цвета, может и нет, не знаю, она такая благородного красного, не едучего, более даже, может, немножко с винным оттеночком.
такая сумочка, все выполнено очень хорошо, все было запаковано. Здесь вот такая киточка, которая тоже была всю бумагу запакована. Здесь идет вот такой карманчик. Открываем, здесь одно большое отделение, ничего нету лишнего. У меня телефон вот, да, видите? Чуть-чуть больше ладошки, наверное. Он сюда прекрасно ложится, вот. Туда, видите, так. Хорошая сумочка, хорошо, я бы сказала, даже таки выполнена. Единственное, что, видать, при транспортировке немножко она помялась. Надо как-то ее выравнивать или я не знаю, что. Этим я осталась довольна. И тоже на распродаже она стоила 129 гривен. Так что, да, это был весь мой заказ. Если вам было интересно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте видео. Я буду очень рада почитать ваши комментарии, ответить. И тогда до скорых встреч. Всем пока-пока.